Фонд Андрея Первозванного был инициатором изначально. Ну, группа была такая, ансамбль «Доброй воли». И с него все началось. И когда нужно было, вот родилась идея поющих клоунов, обратились к ансамблю «Доброй воли» и к «Дождю». И вот и все это вместе вылилось в «Музыка помогает». Наверное, так. Все очень сложно, и всем одновременно в голову это пришло. Бас, слышно? Горе ты моя, мы долго не виделись, мы вообще не репетировали. А мне дайте ноту. Ага. Тихонько на ушко тебе шепчу, не бойся. Ты промок, одиноко, пустынно, тихо появился дымок. Остывший дикий, слова долетя, дождем и ветром, не бойся. А я не боюсь летать.
ледышки лепить. Не выйти тебе без оглядки любить. Счастливый твой слышать смех. Пить твоих губ снег. Мне бы дров принести, огонь развести, картошку и смесь в соле. И чтоб ночь была и метель била по нашей с тобой земле. Человечий недолг век. Чистый, лучистый на землю лег первый осенний участников наших концертов в Боткинской больнице. И в хосписе он был, да, кажется. Или собирался, по крайней мере. Вот. Он сейчас немножко скажет. А, в основном они в реабилитационном центре, да, в Царицыно играли. Сейчас он сам и расскажет. Коля Подорожский. Всем добрый вечер еще раз. Очень хороший, сегодня теплый концерт получается. В связи с этим, я думаю,
Наверное, мне хочется сыграть сегодня теплую летнюю песню, которую я, кстати, достаточно часто пою в репетиционных центрах, еще где-то, где мы выступаем. Называется «Дорога дали». Желтой травою колышется лето, камни летят из-под ног. Солнце высокое водит по свету, высушив ветви дорог. Спряталась рана за леса тумана, в ночь нашептались дожди. Пыль поднимая, я твердо шагаю, ждет горизонт впереди. Дорога дали до поля колос, верить, надеяться, искать. Будет услышан сердце голос, и нас коснется благодать. Дорога дали до поля колос, верить, надеяться, искать. Будет услышан сердце голос, и нас коснется благодать. А если сидеть и не двигаться с места, в руки отдавшись тоске, станет неважно и неинтересно, кто